Мировые цены на нефть продолжают стремительно падать. Накануне вечером стоимость черного золота опустилась до минимального уровня за последние 5,5 лет. Легкая WTI пробила вниз отметку в $50 за баррель впервые с апреля 2009 года. Brent торговалась на уровне 53. Этим утром тенденция на снижение сохранилась. По мнению экспертов, сейчас рынок перенасыщен предложениями. При этом нефтяной картель ОПЕК умышленно не стал снижать добычу и сохранил без изменений производство на уровне 30 миллионов баррелей в сутки. Цель ОПЕК – дождаться, пока обанкротятся конкуренты – компании США, добывающие сланцевую нефть на шельфе. Ключевые экспортеры уверены, что это лишь вопрос времени, поскольку сейчас американцев спасают страховки, которые временно покрывают убытки от обвала цен на черное золото. Однако большинство из них застрахованы лишь до конца 2014 года.